Здравствуйте, я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся» — программа о том, как найти свою любовь. Сегодня у нас жених и три невесты. Изобретательная модель Вера, женственная байкерша Елена и острая на язык Мария. А жених у нас Вячеслав, давайте знакомиться. Я готов поменять свой статус «Я холост» на «Извините, я женат». А со мной мои друзья Владислав и Андрей. Прошу приветствовать. Вячеслав, 38 лет. Расстался с возлюбленной после того, как она удалила из его телефона номера и смс-сообщения от его знакомых женщин. Вячеслав – генеральный директор салона по продаже автомобилей и мотоциклов. Гордится своим добрым именем и тем, что был в экспедиции на плато Путор-Ана в Сибири. Мечтает стать многодетным отцом. Предупреждает, что никогда не удаляет старые смс-сообщения из своего телефона. Вячеслав не сможет заинтересоваться застенчивой и молчаливой особой. Также не ценит старания девушки, которая будет прокладывать путь к его сердцу через желудок. Но не устоит перед чарами женщины, которая красиво поет. Женится на сентиментальной, остроумной обладательнице родинки над верхней губой. Ну что, затейливый жених, я смотрю. Скажите, это что, вы коллекционер воспоминаний? Что такое такая зацикленность на смс-ках-то? И кто вам, я понимаю, вам бы там прислала бы, не знаю, Улицкая, Никита Михалков, я не знаю, Анджелина Джоли. Можно было бы и пособирать эти смс-ки, но от обычных людей, или, может быть, от какие-то... Вы знаете, бывают такие обычные люди, от которых смс-ки приятно сохранять и приятно на протяжении какого-то промежутка времени перечитывать их, всем, да. Например... А больше нечего, что ли, перечитывать-то? Нет, можно, конечно, Булгакова перечитать, но чем я и занимаюсь иногда. Вот. Но дело в том, что телефон же всегда с тобой. Ты всегда достал, нырнул в воспоминания. Господи, удивился, 38 лет. Согрелся. Вячеслав, умоляюсь, 38 лет. Да я молод. Я тоже молода. Мне 38, я молод. Мне 3. Я тоже молода. Ну, я понимаю, если бы сидел бы пацан 16-летний, которому вчера купили телефон, он бы мог вот так вот проводить свой досуг. Ну, вот взрослый дядька уже. Вы кем себя ощутите? Пацаном еще? Уже нет. На встрече одноклассников, когда ходите, своих ровесников, воспринимаете как людей, при взгляде на которых кричите от ужаса? Вот я как посмотрела на фотографию, боже мой, ведь, наверное, я сильно изменилась с этого времени, давно не была. Нет, почему? После того, как ты стала заколочки вот такие блестящие, гламурные себе, то тебе, в общем-то, на год можно и дать поменьше. 45. Да, Лариса, ты очень добра. Я думала, Василиса за 30, немногим. Лариса всегда преуменьшает мой возраст, она всегда старается для меня. Потому что я ее люблю. Вячеслав, и вот одна из девушек, которую вы любили, посмела стереть эти самые смс-ки. Такое ощущение, что она вам стерла память. Нет, дело в том, что однажды была вечеринка. Вот, эта девушка, по моему обыкновению, как бы негласная традиция из другого города, из Санкт-Петербурга. Вот, получилось так, что мы были на вечеринке, я уснул и телефон поставил на кухне на зарядку. Вот, проснулся, как ни в чем не было, снял этот телефон с зарядки. И мы уже сидим в ресторане, обедаем. Я не нахожу некоторых смс-ок. Я вижу, что меньше в телефоне стало смс-ок. И у вас паника, фобия сразу, да? Я спросил на всякий случай, ты стирала мои смс-ки? И она смотрит мне в глаза. А зачем вам этот телефон? Да, и говорит, нет. Нет. Я говорю, ты правду говоришь? Нет. Я говорю правду. Вот я, например, храню только смс-ки от Филиппа Киркорова, честно, и ммс-ки. Больше ни от кого, даже от мужа не храню. Знаешь, живя старыми смс-ки, это человек говорит о том, что не может как-то закрыть свои отношения. И вот вы здесь любимой женщиной, у вас в руке телефон за каким-то, и вы вот там, где конвертик нарисован, ищете вдруг что-то. Смс-ки же не только могут быть личного содержания. Хорошо. В какой телефон руке у вас был телефон? В правой? В какой? Левой. В левой. То есть вы правой начали ее душить. Прямо там за столом вот так вот, да? Сознавайся, типа. Я самое, что обидно, и самое, что обидно мне лично, что я ей доверял. Верил ей полностью. А что вас больше разозлило? То, что она стерла эти проклятые смс-ки, или то, что она пошла в несознанку? В несознанку. Хорошо, тогда, Вячеслав, моя личная просьба под аплодисменты. Что-нибудь из раннего прочтите. Прекрасная просьба. Присоединяюсь. Достать и прочесть в телефоне? Пожалуйста. Славян, привет. Это судьба. Это парень той девушки, которой ты оставил телефон на салфетке. Ну вы от
однажды не стерли смс-ку с сообщением, что одна из девушек ваших забеременела? Вот как-то на обманом путем вдруг, сразу же, прям в первую ночь. Да, так и было. Причем я узнал это на четвертом месяце, когда она уже как бы была. Но у него фобии, по-моему, смс-очные какие-то. Что это такое вообще? А как было-то все? Расскажите. Нет, ну мы встречались, ходили в кафе, в театры. А забеременела она где, в театре? Я вернулся в этот город, нашел ее и встретился с ней. И не обнаружил никаких признаков беременности. Все это понятно. Это такой метод. Да, и причем я не услышал ни слова о том, как все происходило и откуда делся, ну, скажем так, впереди живот. Вот это все. Понятно. Все. Я все понял. Ну, то есть 38 лет, женат не был, Любит детей смс-ки. Нет. Из всех историй только смс-ки и несостоявшейся беременности у девушек. А один мой мудрый знакомый сказал, настоящий мужчина должен уметь делать две вещи. Стирать носки и смс-ки. Прошлое. Мне не нравится, что он с смс-ками живет. Хорошо, мы вот сейчас как бы разрываем вот эту вот вашу историю с смс-ками. Разрываем. Хорошо. Мы забываем вот этот ужас, связанный со стиранием этих самых смс-ок. Прям приходим в новую жизнь. Сейчас будем знакомиться с новыми девчонками, да? И забываем, как страшный сон. Мужчине 40 лет мечтает быть отцом многодетным, Ларис. Василий. Ну, вас же можно посмотреть, открыть и астролог. Вы же астролог. Да, ну, прямо давай-ка ловите на слове Василису, пусть она там откроет. Будет многодетным? Нет, многодетным не будет отцом. Я поэтому так, в общем, с подколкой и спрашиваю. Понимаю, что многодетному не быть. Мне просто удивительно, что ни одной реальной истории герой не может рассказать о том, как любил, о том, как чувствовал. А я знаю, что когда у мужчины земные и женские планеты, когда Венера и Луна в Земле, обязательно у этих мужчин есть своя теория о том, что такое женщина, в жизни мужчины. И что такое он для нее? Зачем она ему нужна? У меня такое ощущение, что его очень обидели. Прям вот он какой-то вариант, что я могу сказать. Не просто обиженный на женщин, то, что женщины такие какие-то подлые попадались. Вот вы можете рассказать, есть у вас какая-то своя теория? У меня есть целая коллекция клиентских таких теорий и историй. У каждого своя. Вы знаете, я считаю, что самым главным в человеческих отношениях, особенно между мужчиной и женщиной, это взаимность. Когда нет взаимности, а что такое взаимность? Той или иной... Это взаимные чувства, взаимные отношения, это в конце концов, любовь, взаимное степень ухаживание. Степень чувства как определяете? Вот говорите, что она взаимная. А вы степень чувства, ну, это как? Чувствуется. Вот что человек, когда дает что-то, вы испытывали взаимность принимает, когда-нибудь? Я, конечно, это почему испытывал. Ни разу не женились при этой взаимности? Секунду. Но дело в том, что жизнь носит свои коррективы. Полгода назад это была взаимность, потом она перерастала более в холодные отношения и так далее. И в итоге ты понимаешь, что ты не нужен этой девушке, ты не нужен этому человеку, вот и все. А вот вы ищете сентиментальную женщину, это какая? А сентиментальная, чтобы мы могли с ней пойти в кино, посмотреть хорошую мелодраму. Она должна переживать, она должна быть сухарем, понимаете? А вам это о чем говорит? Это говорит о том, что человек доброй души. Неправда, это говорит, что... нет, миленький, вы знаете, самые жестокие люди сентиментальны. Например, Гитлер. Говорит, обливался слезами отдачи. Нет, я много людей сентиментальных назову, это к доброте не имеет ровно никакого отношения. А предпочтение? Поверьте мне, вы рано остались, да, без мамы, я знаю? Полтора года, и отец женился? Официально нет. Ну, он жил с женщиной, да, которой да, был, да, да. Сын и вашего у них возраста. Общий ребенок, да. И у них то есть вы ребенок. Росли и были нелюбимы, потому что мачеха все свое время, всю свою любовь и нежность отдавала своему родному ребенку, а вы как бы параллельно. Вы знаете, Лариса, я хочу сказать, ни разу ее мачеха не называл, я всегда ее называл мамой, хотя в глаза не мог этого сказать. Я не знаю, по каким-то всевышним силам я не мог этого сказать. Вот. Она, конечно, может быть, не могла мне дать той доброты, потому что это было, ну, как бы понятно, что у нее есть родной ребенок, тем более нет, еще маленькая дочка. Нет, это зависит от человека. От человека зависит, вот. Понимаете? Если у человека есть внутри позыв к любви, понимаете? Если человек наполнен любовью, его хватит на много. А может, как раз вам надо женщину взрослую, которая вот материнское чувство у нее развито, вот вас обогреть надо, теплом это. А вы... что девчонки-то молодые? Я хочу обогревать. У меня этого тепла столько накопилось, что я готов любить, обогревать и нести на руках дальше до конца жизни. Он очень добрый, мне кажется. Он такой прям добрый. Добрый? Да. И я не вызываю к жалости, Василиса. Нет, что не вы. Не вызываю к жалости. А зачем вы это же? А почему? Почему так? А между прочим, женщина
которая любит мужчину и еще включает жалость, это уже навсегда. Это вы можете видеть из нее веревки. Вы можете вытирать об нее ноги. И сколько должна она пережить гадости от мужчины, которого она жалеет и любит, чтобы она от него ушла. Поэтому это неплохое чувство. Зато у нас сейчас настоящий разговор. Настоящий, правда. Вот сейчас настоящий. Да. Ну, конечно, мне тоже не хочется включать никакое нехидство, ни подтрунивать. Вы имеете право на ту жизнь, которую проживаете. Вы никого не убили, вы законопослушный Согласен. Человек. Даже человек, будучи женатый, замужем, он имеет на свой маленький-маленький в кармане кусочек личной жизни. То есть, я правильно понимаю, что этот кусочек личной жизни у вас будет всегда в кармане, и женщина, которую полюбите всем сердцем, не будет иметь права даже... Нет, она не будет права иметь. Она сама не захочет туда смотреть. Вячеслав, сама. Вот запретный плод, вот как только вы сейчас объявили, что она не должна, любая женщина скажет, ну это, знаете, это та дура запалилась, взяла и все стерла, а я-то сделаю так по-хитрому, Славка и не узнает. А мне, конечно, хочется... Хочется это естественно. Понимаете, хочется про свою любимую знать все. Если изначально ищешь подвох в чем-то и нету какого-то определенного чуть-чуть доверия, ты ничего не добьешься. А вот с детьми возьмете, с чужими? Сами прошли это? Нет. Нет? Нет. Почему? Потому что я не могу гарантировать, что я буду к этому ребенку относиться как к своему родному. Ну ладно, какими тогда сейчас быстренько качествами должна обладать ваша будущая избранница, какими не должна, что терпите, что не любите, как представляете себе идеальную модель семейную? Вы знаете, у меня нет модели, как должна выглядеть. Она может быть и доброй, и веселой. И, может Ой, быть, Слава, капризный. Если пока себе не нарисуете, так да, и будете болтаться да, между... Ларис, я настолько опытен, миленький. Что мне все достаточно посмотреть и почувствовать. Слава, все. Опыт в чем? То, что из одной кровати да, в другую? Нет, но не, опыт да, это не семейных отношений, нет. Да? Семейные отношения, мои друзья все женаты. Но... Я столько насмотрелся этого опыта, Славочка, понимаете? Ну, миленький, ну, понимаете, это чужие семейные отношения. К вам они не имеют... Ну, это мои друзья. Ну, тогда предложу вам маленький тест, который в нашей программе стал уже историческим. Есть 4 принципа, на которых держится семья, но для гармоничной жизни достаточно даже 3. Вот от чего бы вы могли отказаться? От материальности, это стихия Земли, от совместного движения и развития, это огонь, от любви, чувств, эмоций, вода, или от коммуникации, общения, общей дружеской среды, вот такого дружеского общения со своей второй половиной. Вот от какого из этих 4 столпов? Я думаю, что все-таки от материальной составляющей, которая объединяет людей, от нее бы я отказался. И автоматом теряете жену, друзей, среду, чувства. Конечно. Ну о чем вы говорите? На что вы будете с друзьями-то зажигать? Но материальная это и бытовая реальность, ведь тоже. Ведь то, что нас окружает, будете материальность. Будете сухой курочкой питаться деньги, и да. по друзьям ходить ночевать. Можно на путешествовать? Почему? То есть на путешествие. Что? Малыш, на что ты будешь путешествовать? Так есть банковский счет, банковские карточки. Нет, есть люди, есть браки, которые держатся без материальной составляющей. А это значит раздельный бюджет, раздельный быт. Ну что это за семья, если раздельный бюджет, раздельный быт? Это же не семья. Вот. То есть это посторонние друг другу люди получают? Ну конечно, а как иначе, если вы отказались от материальной реальности? А что такое материальность? То, что можно потрогать руками. В таком руками? Случае, каждая из этих стихий... Ты бы от чего отказалась? Нельзя отказаться. Скажи. От совместного развития. Я считаю, что не обязательно творческое развитие совместное, не обязательно огонь бесконечной страсти в браке. Иногда достаточно просто чувств и некой вот стабильности, которая людей объединяет. Ой, я считаю, что мы уже достаточно друг друга узнали, поэтому можем уже и знакомиться с невестами. Поэтому после рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Вячеслав. Идите и знакомьтесь с первой невестой. Удачи! Привет! Здравствуй! Меня зовут Вера. Очень приятно познакомиться. Очень приятно. Это вам. Спасибо. Всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. С кем вы? Это мой друг Эмир. Очень приятно. Давайте вас посмотрим. Вера, 28 лет. Модель, гордится сыном, мечтает стать депутатом и открыть реабилитационный центр для женщин. Предупреждает, что не пьет газированную воду и спит на иголках.
чтобы удержать возлюбленного, Вере пришлось забеременеть от него обманным путем. Но коварный план оказался провальным. Надеется, что в отношениях с Вячеславом не будет места лжи. Послушайте, у вас просто история «Девушка-чума» называется. Ну-ка, расскажите нам, как это обманным путем можно забеременеть. Ну, рассказывайте. Просто, когда поняла, что потеряла человека, и 3 года трепала ему нервы, просто поняла, А зачем? Что... Вот расскажите про трепать нервы. Ну, вот мне было 20 лет, я была молодая. Мне хотелось провокации, мне хотелось эмоций много. Мне хотелось просто чего-то взрывного. Мне кажется, все могут трепать нервы. Абсолютно все. Ничего тут лукавить. Просто у кого-то это образ жизни, а у кого-то это образ мысли, я не знаю. У кого-то хобби такое, да? Хобби, да. Вот расскажите парочку провокаций. Ну, допустим, мы собирались пожениться, я порезала свадебное платье. А зачем? Трезвое? Да. Нет, конечно, трезвое. В смысле, я не пила тогда. Подождите, вы сознательно порезали? Или это был аффект, когда вы все понимали, но все равно орудовали? Чтобы новое купил. Не то платье было, да ведь? Примерно так. Ну, просто... Ах, вот так? На тебе вот так. А, вредность. Ну да, вредная. А платье он купил, да? Конечно. Платье не дешевое. Да, по тем временам не дешевое. Ну хорошо, ну порвали платье, и что? Ну и это уже была последняя капля, то есть с моей стороны. И он сказал, все, между нами все кончено. Достала. И ушел, да. А ему сколько было лет? 27. А вы видели себя со стороны, вот когда вы рвали платье, когда вы себя вели как... Вы знаете, только сейчас, с этого возраста я понимаю, что это было ужасно. А, ну, это был ваш первый мужчина, первая ваша любовь такая? Да. Девушка, тебе нравится петь, девушка? Ну, нормально. Девушка хорошая, как раз к нему подходит. А еще я знаю, что ему говорили кучу гадостей про вас. Ну, это всегда происходит в нашем городе. А вы в каком городе? В Чебоксарах. Ой, какой прекрасный город. Да. А что происходит там? Ничего, просто я не знаю почему. Наверное, от зависти говорят очень много гадостей. А вы модель оттуда, да? Я начинала в Чебоксарах, конечно, и ездила по миру. Милан, Южная Корея, Япония. Не, просто я знаю, как после конкурса идет сопровождение. Все это, в общем-то... Я все прекрасно знаю, ну, досконально. Конечно, да, модельный бизнес. Ну, конечно, что это неправда было еще. Нет, почему правда? Есть девочки, которые соглашаются, а есть, которые не соглашаются. А вы не соглашались? Конечно, нет. У каждого есть своя голова на плечах. Причем здесь... Да. Она моделью была. Ну да, у нее модельная внешность. Ну хорошо, ну вот вы ему мотали нервы, еще парочку эпизодов, чтобы повеселиться. А, ну, например, я, поругавшись, я уходила из дома демонстративно и шла куда-нибудь в клуб, а он приходил с корзиной роз. В общем, когда ему все это надоело... Ну он просто исчез, и все. И когда вы поняли, что переборщили, да. Вы его что, стали искать? Да, стала искать, пытаться с ним поговорить, пытаться его вернуть, потому что он мне... Я поняла, как он мне дорог и как он мне нужен, что таких, как он, больше нет. И звонила ему, умоляла о встрече. Пожалуйста, давай встретимся. Вот и встретились по старой памяти. По старой памяти. Ну, так бывает. По-дружески. Дружеский секс. И вот вы с ним встретились, а у вас все это случилось по старой памяти, и вы забеременели. Да, да. И вы ему сообщили, как об этом? Сообщил. Он привел вас, познакомил с мамой, сказал, что люблю, да? Ну да, мы, то есть, ну, со своей стороны я скажу, что я всегда старалась понравиться именно этой женщине, этой семье. Она стала собирать на вас досье? Нет, ну, без досье там достаточно, в моем городе ходит слухов, чтобы там ничего собирать не надо, ей сами звонили и говорили, а зачем ваш сын встречается с такой женщиной, то есть вот так вот. А вот что особенно ей в вас не нравилось, то, что есть ребенок или то, что у вас дурная слава в городе? Я думаю, что больше не нравилось, наверное, то, что дурная слава все-таки. Он поверил вам? Ну, конечно, сначала нет. То есть, зная мой характер, такой взрывной, сначала подумал, что это шутка, но... Но потом, когда у вас стал расти живот, есть общие знакомые, которые сказали, Верка, правда, беременная. Так, да. И что, ему было уже все равно? Нет, почему? Мы поговорили, ну, я тоже к этому моменту уже остыла. То есть на время беременности, на долгие 9 месяцев, я осталась одна. И вот в это время я как раз, не буду лукавить, ходила постоянно в церковь. Да не, сразу понятно, что он не домашний человек. Вот давайте про переоценку, понимаете, потому что многие женщины сегодня молодые, впереди себя несут этот флаг, где написано «Я стерва», и этим гордятся.
доказать им, что в этом ничего нет хорошего, что это такой отстой, что лучше быть хорошим, приличным человеком. Зачем это нужно? Вот вы на собственном примере, я вам благодарна за вашу откровенность, потому что вы нахлебались. И здорово, что вы об этом говорите. И 9 месяцев вы его не доставали звонками, не доставали смс-ками. И когда вы были беременны, он к вам приезжал? На время беременности нет. А до чего вы с ним договорились? Он дал фамилию, усыновил, удочерил? Нет, фамилию мы договорились, что будет моя, отчество, но, соответственно, его. Сколько ребенку? Сейчас 6 лет. Ну, он с ним видится, общается? Нет, сейчас полностью... А в графе чего отец? Отец, да, все есть. То есть с ним не прочерк? Нет, не прочерк. Вообще он полностью занимается воспитанием нашего сына. Верочка, скажите, как зовут? Глеб. Глебу 6 лет? Да. Ясно. Смотрите, сидит Вячеслав перед вами. Он сразу сказал, с ребенком мне нужна женщина. Да? Да. Но это, знаете, когда женщина не нравится. Так точно. А когда ретивое срабатывает, то ему уже все равно. 5 детей, 7. Если ты полюбишь женщину, должен... Ну, самое главное, он должен полюбить сначала женщину, а потом ребенка. Потому что это... Женщина и ребенок одно, как я никуда не делаюсь. Единоцелое, конечно. Вячеслав, для вас прям так уж принципиально, вот, чтобы у женщины не было ребенка? Или вот у такой Веры пусть ладно будет? Это вере вы можно. Знаете, я давно уже не ведусь на внешнюю оболочку. Я по ощущениям. Если в человеке что-то есть, и меня это притягивает... Вот в Вере есть для мне вас? На самом деле действительно в принципе все равно. Ее прошлое, ее бывшие женихи, ее настоящие поклонники. Как заговорил. Или, допустим, если у нее есть ребенок. Тем более, если у него есть отец, у Глеба есть отец, который воспитывает отец этого есть, ребенка. Родинки нет над верхней губой. У меня есть маленькая. Это не так страшно. Конечно. Но самое главное, это чувство. И ты, во-первых, никогда да, не оставишь его, и если он предложит тебе жить вообще в другом городе, даже не будет ребенок да. Поедет с тобой. Покажите сюрприз. Если спросят меня, где взяла я такого мальчишку сладкого, я отвечу, что угнала, как чужую машину девятку я угнала у всех на виду, так открыто, что обалдели все, ни за что ты имей в виду, не верну тебя бывшей владелице. Я ждала тебя, так ждала. Подпой, пожалуйста. Не помню я. Тебя угнала, ну и что же тут криминального? Я ждала тебя, так ждала, ты был мечтою моей хрустальною. Угнала тебя, угнала, ну и что же тут криминального? Спасибо. Спасибо, Верочка, счастья вам, здоровья. Сказали про все и всю правду. Теперь им решать. Что вы скажете о невесте? Я думаю, что хорошая невеста, да не про нашего слова. А вы? Что вам? Конечно, она не раскрылась, это понятно. Вот. Я, конечно, далеко тоже уже не девятка. Вот. И ко мне, конечно, нужны ключи посерьезней. Я имею в виду, чтобы открыть эту сигнализацию моего сердца. Когда есть любимый человек, и только хочется жить этим человеком и уделять ему внимание. А знаешь, как в старину говорили, кто с глупой порочной связался с женой, тот не женщину взял, а... Геморрой. Да-да. Рифма, да? Да, абсолютно так. Хотел помягче сказать. Это я геморрой? Ну, я бы не забрасывала так Веру камнями-то. Человек пришел, раскрылся, а мы сейчас возьмем туда, и, ну, не надо. Ну, в том случае. Вера патологически в засос, страстно, до умопомрачения, до смертной доски, любит себя и будет любить себя всегда. Она абсолютно уверена в своей безгрешности. Ей кажется, что все, что она не делает, это фантастически, здорово. Все пока не туда. Лев во всех проявлениях, я согласна с собой, Ларис, любит себя очень. Но, тем не менее, в ней есть и стать, и достоинство.
и внешность есть. Ну, чуть больше жеманства, наверное, чем нужно. Но мне кажется, что к 30 годам у нее есть все шансы все-таки встать на правильный путь и начать мужчину оценивать по другим характеристикам. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Вторая невеста готовится к рандеву с нашим женихом. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Вячеслав. Идите, встречайте вторую невесту. Удачи. Здравствуйте. У меня родинка на губе, она немножко съехала вниз. Ничего страшного, поставим на место. Прекрасно, спасибо. Кто белый подарил цветы, а это желтые. Желтые красные. Здравствуйте. Здрасте, с кем вы? Я со своими друзьями, прекрасными. У меня здесь много друзей, но сегодня меня хотят выдать замуж именно мои вот такие вот близкие друзья. Это Петя и Катя. Давайте посмотрим. Елена, 27 лет, тест-редактор в мотоциклетном издании. Гордится тем, что за сутки преодолела 1500 километров на мотоцикле и завоевала титул «Мисс Байк Шоу». Предупреждает, что спит в позе звезды, имеет внешность смеющейся рыбы и иногда превращается в женщину-ежа. Будущая свекровь Елены всегда считала себя главной женщиной в жизни своего сына и победила в состязании за его любовь. Надеется, что для Вячеслава Елена всегда будет номером один. Леночка, а почему вы считаете, что у вас внешность смеющейся рыбы? Вот поэтому, потому что у меня очень большая улыбка, и мне кажется, что иногда я похожа на рыбу. Слушайте, я читала вашу историю, просто триллер про свекровь. Отношения в семье между родителями и детьми бывают самые разные. Вот у меня отношения с моими детьми страстные. Я, допустим, спорю и ссорюсь со своим сыном, как будто он взрослый мужчина, и так было всегда, с детства. Я рыдаю, я хлопаю дверью, я хожу из дома, я пишу ему письма, я бросаю трубки. У меня страх, потому что я страстный человек. Потом я падаю на колени, говорю, что я тебя обожаю, я вырву свое сердце, отдам тебе, брошу к ногам из дочек. Но я, в принципе, страстный человек. Я такая же со своими подругами, со своим начальством и с гримерами. Понимаете? Я, в принципе, страстный человек. Поэтому мои дети, в свою очередь, эту модель, наверное, перетащат в свою собственную жизнь, во взрослую. И они тоже страстные люди. Если вы с мамой были в ровно холодных отношениях мамы и дочки, то вам неведомы вот эти отношения между мамой и сыном. Может быть, в этом проблема? У нас действительно другая модель отношений. Другая модель отношений, но она для меня более приемлема, потому что я привыкла быть самостоятельной. У тебя такой истории нет, таких страстей. Да, действительно. Давайте все-таки вернемся к потенциальной свекрови. Вот вы живете себе, любите друг друга, и однажды она приезжает в квартиру вашего возлюбленного, да? Нет, которую мы снимаем совместно. Которую мы совместно снимаем, и начинает вести себя как хозяйка. Я понимаю, это нормально, потому что взрослая женщина, которая может передать мне какой-то опыт и научить вещам, которые я не умею делать. Может быть, в силу возраста, может быть, в силу глупости. Разные причины бывают. Но настолько был перебор во всем, что... Вот просто в чем перебор, да? Ну, для меня ненормально, когда мама... может посылать смс-ку в 4 часа утра не потому, что у нее что-то случилось, а потому что просто спокойной ночи. И это так странно для меня. Она знает, что во сколько он ложится спать? Ну, я полагаю, что мобильные, конечно, операторы, да, работают не всегда бойко. Может быть, она отправила в приличное время, а дошла смс-ка, спустя несколько часов. Всякое же бывает. К сожалению, это было неоднократно. И... Скажите, а вашего мужчину тяготила любовь матери вот такая? Или он с удовольствием отзывался на ее телефонные звонки, с удовольствием болтал с ней по полтора часа по телефону? Поначалу да, но по мере развития отношений, может быть... С вами? Да. Вас это стало раздражать? Нет, он переходил наоборот на меня, он стал меньше отвечать на звонки,
И тогда мама решила приехать. Ну, я не вступаю ни в какие конфликты. Вот я когда пришла. Да, ты всегда со свекровью, с будущей найдешь общий язык. Вот она приехала, вы ее встретили. Да. И? Она игнорировала меня абсолютно полностью во всем. Если вы сидите за столом, она общается со своим сыном. Да, а со мной не общается. А вас как будто не видит, не да? Не видит. А у нее со слухом был... А вы вот так нет. Не пробовали подойти и сказать, я здесь? Нет? Я писала ей сообщение даже, что нам хорошо бы поговорить... Такая а интересная... вы были в каком статусе? Официальной жены или нет, просто нет, девушки? Конечно, нет, к сожалению, не в официальном. А что интересно, должна от этого разговаривать? Вы никто вообще. Как это никто? Сожитель. Но если ты уважаешь своего сына, то ты будешь уважать его избранника. А если меня сын не представляет ее там и говорит, мам, это, ну, как бы, это моя очередная. У тебя очень плохо воспитан сын, значит. Ну, значит, мама она просто очень... не хотела, чтобы она была с ним. Вот мама уехала. Слава богу, и вы начали вместе жить. У вас опять все было прекрасно. Она, правда, сумку оставила, да, зачем-то? Потом она вернулась за сумкой, хотя вы поставили условия, чтобы она больше не приезжала. И когда она вернулась, вы ушли ночевать в гостиницу. Дело в том, что, да, пробыла она у нас полторы недели. И за все эти полторы недели, то есть я была в отдельной комнате, мама отдельно, и... Мы не общались между собой, между нами как маячок бегал. Вот, мой молодой человек. Но я пыталась туда зайти, честно, предлагала что-то к чаю. Ну, отказ, я думаю, ну, наверное, просто, ну, мешаю. А когда она сказала, но что запомни, никакая нужно... пик не заменит ему мать? Когда я захотела с ней поговорить. О чем? О том, что у меня другие отношения в семье. Что отношения, которые диктует она, мне немножко непонятно. Она бы сказала, это твои проблемы, детка, тебя недолюбили в детстве. Сказала. Нужно было сказать ей одну единственную фразу. Я очень люблю вашего сына, я его очень люблю, и вы его любите. Давайте его любить вместе. Ну, что-то из такого, понимаете? А когда она в следующий раз приехала, вы ушли в гостиницу. Да. Это была ваша вторая ошибка ужасная. Вы просто себя неправильно вели. Вот и все. А как расстались? Тоже обоюдно. Mm-hmm. Мы разошлись просто и все. Ну, не из-за мамы. Он понял, что вот в этой борьбе он все-таки выбирает маму. Потому что вы еще не были женой, а уже столько ему кровушки попили, столько претензий. А он как представил, что вот вы станете женой, родятся дети, ему придется уже тогда выбирать. А он не хотел выбирать между женой и мамой. Он хотел, чтобы была и мама, и жена. Я, конечно, люблю своего сынуля, но, блин, смотря какая. Мне самое главное, чтобы девушка понравилась. Ну, ты сначала сама выйди замуж, а ты теперь уже... А потом сына будешь выдавать за жениться. Чего там остался 10 лет? А вы детей когда хотите? Нарожать-то? Как только, так сразу. Нет, а как только, это когда? Я готова. Ну, хорошо. Вы увлекаетесь мотоциклами, да? Да. Ну, это же рисковое занятие. Вам 27 лет. Если вы выйдете замуж, вы будете против увлечения жены? Дело в том, что я сам байкер. Нет, а у меня там другой вопрос возник. Вот если молодой человек вам говорит вот так вот резко, либо я, либо мотоциклы. Ну, просто ребром вопрос. А она вот того самого ежа даст, о котором говорила, да? Ну, девушка еж и девушка смеющаяся рыба. Ну, понятно. И вот мы едем путешествовать, допустим, в Крым. Неважно. У меня большой мотоцикл. Как мы поедем? Ты сядешь сзади меня, или ты сядешь на свой мотоцикл, и мы с тобой поедем вдвоем, параллельно, как бы, вдвоем в этот путь поедем. А третий вариант не рассматривается, когда она впереди. Вот вопрос. Я бы за тебя села. Она, наверное, сядет на свой. Она рядом сядет. И поедет. Я думаю, что на этот вопрос вы ответите своим сюрпризом. Ура! Сама его боится. Это ваш мотоцикл? Это мое приданное. Я могу его достать. Он очень длинный, сейчас я развернусь. Давай, я могу проехаться дальше. Давай я тебя прокачу. На нейтралку поставь. Подножку вытащи. Секундочку. Да! Спасибо.
Спасибо огромное. Вы проходите теперь свой аккаунт, а мы будем сплетничать про вас. Как тебе жених понравился или нет? Он хороший, он очень позитивный. Мне кажется, очень добрый. Мне кажется, ты ему понравилась. Вам понравилась невеста? Ну, мне понравилось, что у них общее увлечение есть. Что такая интересная девушка. Я бы, ну, предложил бы Славе попробовать. Нас сблизило общее увлечение. Это очень мило. Я видел эти горящие глаза Вячеслава, когда она заехала на мотоцикле. То есть мотоцикл общий? Мотоцикл завел, да? Ну, я не думаю, что мотоцикл, потому что девушка на мотоцикле – это тоже образ. Она веселая, она очень много смеется, это хорошо, у нее позитив. Мне показалось, что Елена переиграла. И я так думаю, что она абсолютно неискренняя, и вот эта вот улыбка деланная. Вот если бы я играл, например, такую девушку фальшивую, я бы передрала бы какие-то, допустим, приемчики. Я не знаю, такая по жизни, мне кажется. Вы же знаете, какая я? Ну да, так, как обычно, практически. Тебе понравилась Елена? Нет. Я не понимаю, как можно за 27-летней девушкой приданно давать один мотоцикл. Сказала, вообще как просто. Отрезала, нет, и все. У меня же еще богатый внутренний мир, внутренний мир. Мне кажется, что ей не хватает целеустремленности, которая, в принципе, для тельцов обычно свойственна. Она меня удивила, я скажу откровенно. Она не похожа на свой типаж. Она о себе рассказывала как о человеке очень спокойном, как о человеке холодном. Она достаточно вспыльчивая, она умеет протестовать. Она довольно быстро ориентируется, а здесь почему-то в студии растерялась и вот пыталась такими натянутыми длинными улыбками придерживать какие-то паузы и пытаться вот как будто заполнить этой улыбкой эту паузу. И действительно, из нее было очень сложно вытащить то, что в ней есть живого. И я боюсь, что то, что вы увидите, вас может, ну, удивить, скажем так, если все-таки вы рискнете с ней пообщаться ближе. Совсем скоро жениху предстоит третье свидание. После рекламы «Смотрина» продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся», и я предлагаю Вячеславу встретиться с третьей невестой. Проходите, удачи. Привет, меня зовут Мария, давай с тобой знакомиться. Добрый вечер, это вам. Спасибо. Спасибо. Такая ничего симпатичная, приятная, да? Здравствуйте, Мария. С кем вы? Я пришла со своей мамой Галиной и подругой Натальей. Очень приятно. Давайте нас посмотрим. Мария, 28 лет. Специалист в банке. Гордится своим гибким характером. Мечтает родить дочь под Новый год и увидеть океан. Предупреждает, что слишком эмоционально за рулем. Мария вернулась к бывшему мужу после того, как узнала о беременности его новой избранницы. Но, получив информацию о том, что он живет на две семьи, предпочла самоустраниться. Надеется, что Вячеслав однолюб. Значит, Маш, ближе к делу. Если вы на 8 марта, у вас уже все будет. А то к Новому году, 1 апреля. То к Новому году как раз родите. Девочку. Да. Я очень хочу. Послушайте, обычно от мужей уходят, когда узнают, что там на стороне ребеночек может нарисоваться. А вы, узнав, что муж где-то с кем-то, скоро родят, вы вдруг к нему вернулись. Я что-то не понимаю, такая запутанная история. Ну, во-первых, началось с того, что я очень хотела ребенка. И в 18 лет. В 19 лет, ну, как бы я вышла замуж. Мы познакомились под своим мужем в деревне, получается. Ну, купили дом в деревне. Вот. И мы год встречались с ним, потом поженили, ну, захотели детей, как бы, и стали работать над этим? Ну да. И что, не получилось? Нет, конечно, получилось. Все получилось. Вы родили? Мы родили, мы поженились, все у нас было... Ну как, вначале было замечательно, но потом он как бы... Я занималась только ребенком всегда, а он любил погулять с друзьями, и поэтому... Вам это надоело, вы его прогнали? Я ушла сама. Ну, мы жили у его бабушки, и я ушла сама. Вы ушли, а он быстренько нашел себе тепленькую постель. Нет, может быть, ну, я уходила для того, чтобы он хотя бы совершил какие-то поступки, чтобы он как бы... Вот он и совершил?
Ну, нет, я не такие хотела, чтобы он вернул меня. А он вас не понял. Он же думал, что вот этот самый поступок и есть, потому что что для мужчины важнее, чем рождение нового ребенка? Я же знала, что он меня любит. Как она знала, что он его любит, если у него уже вторая девушка тоже ожидала ребенка? Я вернулась и... Ну, как бы у меня же есть свой сын, как бы я, ну, вместе с ним. Тут он же стал вам хороший сразу. Ну, он сказал, как только что, поняли, он сказал, что вы его теряете. Что я изменился, что у нас все будет хорошо, что я не буду общаться с этой, как бы, девушкой, и все будет у нас замечательно. И он полгода где-то был, ну, как бы, идеальным таким, все как хорошо, я хотела. А то, что там ребенок родился, вы его хотя бы отпустили там, чтобы он ее из роддома встретил? Он сказал, встретил? Что он не будет с ней общаться, и что он, как бы, ну, не будет этого ребенка. А та девушка я с вами поверила. Не встречалась выяснить отношения? Нет. А потом я выяснила, что он, оказывается, с ней созванивается, что, ну, как бы, когда она родила, она там ему там, ну, названивать стала. И вы них... «Собака на сене» не смотрели кино? Я уже не говорю про роман. А кино не смотрели? Нет, так я его отпустила. Я наоборот потом, я ушла от него и сказала, живи. При... А вы не должны года... были его дергать, когда вы уже ушли, умерла так умерла. Да он же меня любил. Мне вообще кажется, что когда у женщины уже была связь, да, и у нее от этой связи ребенок, и она уже должна понимать, что она идет, ну, на какие-то уступки к мужчине, да. А эти девочки вот вдвоем, они пришли, они хотят яркости, они хотят всего очень сразу, всего и много для себя. Он полтора года не признавал этого ребенка. И вы радостно жили с мужчиной, почему? С подонком, который родил на стороне и не признал этого ребенка. Почему я радостна-то? Нельзя, но так было делать. Я его нет, отпустила. Потом нет, потом отпустили, потому что у него, видать, сердце было не гнилое. Все-таки оно у него болело, и он звонил, исправлялся, как там ребенок. И поэтому вы повторично заревновали, стали злиться и сказали, вот и иди туда. Не, конечно, она, наверное, что-то привирает сидеть здесь. Блин. Ну, может быть, и привирает. Сколько вы лет назад с ним уже окончательно расстались? Развелись мы в 2007. И сейчас вы в хороших отношениях с бывшим? Я в хороших отношениях. Он общается с ребенком? Он общается с ребенком. Мария, вот мы уже поняли, что вы эмоционально действительно девушка, и как Лариса сказала, любите, чтобы муж находился рядом. А Вячеслава мы знаем как очень коммуникабельного человека. У него очень много друзей, которых он, в которых все его уважают, он их уважает. Вот как вы будете смотреть на его отношения, на... Допустим, отлучки из дома для много встречи работы. С друзьями, да, много работы и так далее. Много будете друзей. Ли вы ревновать? Путешествия. Друзьям. Нет. Друзьям. А почему я должна его к друзьям ревновать? Представьте себе, пятница вечер, он пошел посидеть с ребятами, пообщаться. Ну и пришел. Он придет ко мне потом. В субботу утром пришел. Значит, он козел. Почему вот он козел? Пришел, если он в субботу почему? Вернулся от друзей. Значит, чемодан должен стоять с обратной стороны двери. А если ваша жена придет утром к 5 утра? А потому что и телефон был выключен. Мальчики, делайте все правильно. Почему? Потому что мы тестируем то же самое. Понимаете? Да, вот у нас такие друзья. Да, может прийти. Да, будет вот такое говорить. Стерпите? Ну, я же буду или переживать. Может, я его разыскивать буду по всем. Почему? Если он вы телефон можете отключит. Сказать совершенно открыто. Нет, я это терпеть не буду. Я бы не терпела, чтобы мой муж, не отвечая на звонки, приходил с утра. Да он я не с ума сойду, мужа. Если он не придет. Узнать. Правильно. А я хочу, вы хотите узнать, а я хочу посмотреть на сюрприз. Покажите. Я очень люблю ездить на машине. Я очень хочу посмотреть, что ты будешь делать, если тебя остановит девушка-гаишник. Хорошо. Присаживайся. Только не бойся. О чем я? А тут я из кустов. Старший инспектор Мария, предъявите, пожалуйста, ваши документы. Уважаемый инспектор, у меня руль слева. Пройдите, пожалуйста. Как мы? Предъявите, пожалуйста, документы. Сейчас, секундочку. Нарушаем? У меня просто в бардачке документы. Я был худшего мнения вначале. Нет, он очень хороший. Видишь, разошелся. Да. У вас нет печати регистрации брака? Нет детей? Вот, посмотрите, где-то у меня был паспорт. Как будем решать этот вопрос? Ну, решим как-нибудь. Я холост. Я Ты вижу. Смотрю, тоже. Вы по мне увидели? Ну, по палочке. По палочке? С
Так, вдохните, пожалуйста, в трубочку. Вдохните в трубочку, пожалуйста. Облил свой джингер. Да я вижу, вы пьяны. Да, я пьян. Вы знаете, уважаемый инспектор, не всегда увидишь инспектора в такой юбке. И с таким стаканом. Да она вообще игру, я смотрю, она любитель поиграть. Я могу ехать? Нет, вы пройдете со мной. Пойдемте. Куда? Со мной. Пойдемте. Спасибо. Проходите, не забудьте цветы в свою комнату. У вас прелестная дочка. Спасибо, Маш. Проходите. А как вам Мария? Ну, глаза у Славы загорелись на Марию, я смотрю, загорелись. А вы что скажете? То, что она преподнесла мне такой стаканчик, это радует. Значит, она никогда утром обо мне не забудет. Кофе в постель обеспеченным, только без трубок, пожалуйста. Роза? Не понравилась совершенно невеста. В общем, не произвела на меня впечатление. А если на меня не произвела, значит, на жениха не произвела. Марии противопоказано существовать в свободном плавании. Если у вас есть потребность в заботе, если вы можете молодую женщину уберечь от всяких глупостей, возьмите ее под свое крыло. Хорошо, вам зачтется. Надо взять и воспитать, да. А мне такой нужен. Да, хороший. Мстительная, обидчивая, ревнивая, себелюбивая, но в то же время с определенным стержнем и с определенной цельностью. Вы видели трех невест. Кого порекомендуете? Я бы порекомендовал все-таки Елену Байкершу. Вы знаете, я соглашусь с мнением Андрея, потому что мне кажется, это лучшая девушка, которая подает Вячеславу. Тебе понравился жених или нет? Он очень добрый, позитивный, хороший. Если бы красоту Веры, любовь общую к мотоциклам, которая есть у Елены и у вас, и страстность Марии, да в одну женщину, вот она была вас достойной. А я не вижу с вами ни одной из этих женщин. Ни одной. Роза? Сегодня сложно мне тоже советовать. Единственное, что, ну, по крайней мере, материальный достаток у вас хороший, слава тебе, Господи. Но Вера не успеет разбазарить. А остальным просто давать нельзя. Ну, выходить с Верой, по крайней мере. А вот в целом понравился тебе он? Вообще нет. А звезды рекомендуют кого? Звезды рекомендуют Елену, потому что астрологически это тот человек, который максимально быстро до вашего опыта сможет дотянуться. Но я не уверена, что она как женщина полностью ваш тип и вас привлекает. Слушайте себя, проходите, мы вас в любом случае поддержим. Проходите, проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс с их номером по телефону 44. Оксана, 20 лет, номер 2286. Студентка архитектурной академии. Ищет мужчину намного старше себя, который ее многому научит. Маргарита, 21 год, номер 2287. Помощник менеджера в детской образовательной компании. Познакомится с уравновешенным, мудрым мужчиной для создания крепкой семьи. Мы не знаем, выйдет Вячеслав один или с избранницей. Я приглашаю всех. Выходите, давайте его поддержим. Да ладно. Да, я по-другому не мог. Здравствуйте. Нет. У нас есть пара, Вячеслав и Елена. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс именем героя на номер 44. Я Лариса Гузеева. Желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай поженимся. Пикап сейчас в нашей жизни не очень такое хорошее слово. Давайте Почему? Будем называть это соблазнитель. Дорогой мой, что тебе подарить? Пуховый платок. И все, она ваша. И вязальные спицы. Когда бурные страсти, это хорошо. Да иди к ней тогда, что ты здесь сидишь, мечтатель кремлевский. Я тебя бум, 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 бум. Ну хотя бы одна фраза, чтобы прозвучала: я правда готов жениться.